Și urmează să alegem, deci, președintele, ședințe și secretar. Aș vrea să spuneți din sală propuneri pentru candidatura președintelui ședinței. La funcție de președinte a ședinței. Aș vrea să spunem votului această candidatură. Cine este pentru? Mă rog să spuneți. Numărătorii care sunt în sală, 4 persoane, vă rog frumos să... În calitate de secretar a ședinței, vă rog propuneri din sală. Cine este pentru candidatura domnului Denis Zacon la, pentru ca să desfășoare lucrările de secretariat ale ședinței? Vă rog să votați cine este pentru. Secretaria Rosu. Referendumului local privind revocarea de funcție de primar general a domnului Dorin Chirtoacă. Cu privire la discutarea întrebării preconizate pentru a fi supuse referendumului, cu privire la alegerea membrilor grupului de inițiativă care vor colecta semnăturile susținătorilor referendumului, cu privire la alegerea biroului executiv al grupului de inițiativă format din președinte, vicepreședinte și secretar al ședinței, al grupului de inițiativă, cer scuze, cu privire la împuternicirea membrilor biroului executiv, președinte, vicepreședinte și secretar, de a reprezenta grupul de inițiativă în organele administrației publice centrale, locale, Comisia Electorală Centrală, instanțele de judecată, precum și împuternicirea cu dreptul de a numi un reprezentant avocat în instanțele de judecată. Și ultimul punct, cu privire la împuternicirea membrilor grupului executiv, pentru a numi un trezorier și a deschide un cont bancar temporar, un fond unde vor fi colectate toate fondurile necesare pentru a desfășura activitatea grupului inițiativă. În acest sens, vă propun să votăm conținutul ordinii de zi. Dacă sunt și alte propuneri, vă rog, pe scurt... Când наши люди будут ходить, собирать подписи, они будут представляться людям. И это будет группа, представляющая инициативную группу по сбору подписей, по организации референдума, в состав примара Кишинева, Дорина и Кирстак. Тяжело. Поэтому... Раз, спасибо. Поэтому я предлагаю, чтобы мы обсудили еще краткое название группы.
и мое предложение – гражданская инициатива. Вы откуда? Мы гражданская инициатива. И он десентез инициативы Чилик. Да, я так церем он в номе скорбь. Де принципус акцепта. Це апробуем ще один мире прескуртати, а групу леди инициатива. Репет дуарке респектинт сау урмынд ригорил леди. Ва требуи са вем ще один мире лунга. Care v-am menționat scopurile, precum și care este întrebarea nemijlocită pe care trebuie să o punem cetățenilor atunci când colectăm aceste semnături. Tretii punct. Повестка дня и регламент собрания. Четвертый пункт. Доклады о состоянии дел в муниципе. Пятый пункт. Я очень коротко. Пятый пункт. О вопросе, который будет поставлен на референдум, как он будет звучать. Шестой пункт. Избрание членов инициативной группы, которые будут собирать, собственно говоря, подписи. Седьмой пункт. Избрание исполнительного бюро инициативной группы, которое будет состоять из председателя инициативной группы, вице-председателя и секретаря, который будет представлять инициативную группу в различных местах, в том числе и в судебных инстанциях и так далее, в средствах массовой информации и так далее. Восьмой пункт – это мы даем полномочия председателю, вице-председателю, секретарю представлять группу, собственно говоря, в Центральной избирательной комиссии, в судебных инстанциях и так далее. Девятый пункт – мы даем полномочия председателю, вице-председателю, секретарю назвать, кто будет, проще говоря, бухгалтером, человеком, который будет отвечать за финансирование, за финансы и за сбор денег для того, чтобы инициативная группа имела свое финансирование. И также этот человек будет представлять инициативную группу в банке для того, чтобы открыть счет. Это все пункты, которые, согласно закону, должны быть включены в повестку дня, проголосованы и представлены суду по результатам сегодняшнего заседания. Добрый вечер. Здравствуйте. Унасяру. Во-первых, меня зовут Руслан Кудрявна, представитель Народной Европейской партии в муниципальном совете. И все мои аплодисменты — это для вас, для тех, кто сегодня с нами в зале. Спасибо вам большое. Я думаю, никому не нужно объяснять, почему мы сегодня собрались. Это все ясно. Я лично и мои коллеги в муниципальном совете, и мои коллеги в партии, мы устали быть обворованными. Стимас читатель, бунасяра, басалотку фарты умул, треспекчиву муцумес в мозг сердец астес аичку ной. А майзис, ка стандарты ли европейня мудурин киртлака, пиной нуми сатисфак. Урашу есть и фурат, урашу се în neacă, orașul degradează în loc să progreseze. 9 ani de zile de experiență pe terenul municipiului Chișinău ne ajung. Eu cred că astăzi, împreună cu dumneavoastră, avem o șansă să luăm o decizie de a merge mai departe în lupta ca să salvăm orașul de corupție, hoție și indiferență. Noi cu dumneavoastră merităm un trai mai bun. Noi merităm străzi mai calitative, noi merităm scurgeri de canalizare, noi merităm trotuare, noi merităm o administrație care să fie în folosul nostru și nu să ne blocheze atunci când noi mergem cu ei la ei să solicităm ceva. Eu am să mă opresc aici. Eu încă o dată vă mulțumesc. Este un proces în care noi cu dumneavoastră, ca cetățeni, putem să demonstrăm că orașul este a nostru, a cetățenilor și nu a lor, a hoților. Город наш, а не ихний. Спасибо. Vă rog, un alt reprezentant. Глава фракции нашей партии Ильян Кашин. Bună seara, oameni buni! Добрый вечер, дорогие друзья! Cei care au dubii, cei care сомневаются, că nu ne va reuși în acest efort, что наш референдум не будет успешным, как у нас принято в Молдове,
Я засучил рукава, оставил пиджак дома и готов к работе. Вы знаете, я хочу сказать, хотел бы сказать Доронику Киртакову, скажу вам, что буквально позавчера была передача на одном телевизионном канале, где он спросил, так, кто больше сделал для Кишинева, чем я. Я хочу ему ответить, что больше всего для нашего города сделал Карл Шмидт. Он превратил Кишинев из села в город. Да Дурин Киртуака афакут чел маймулты на руина конштиент сау инконштиент acest oraș. Oameni buni, noi nu mai putem influența starea de lucruri în oraș. Мы не можем влиять на состояние дел в городе. Мы не можем влиять на ту систему коррупционную, которую выстроила либеральная партия Дорин Киртака. Поэтому только вместе, засучив рукава, foarte serios, este multă muncă. Evident, очевидно, что это политический процесс, очевидно, что будут трудности, но мы, noi ne-am pornit pe acest drum, fiind conștienți că vom reuși. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit aseară. Eu sunt conștient de faptul că у нас есть десятки тысяч сторонников, потому что большинство кишиневцев, они хотят, чтобы Киртуака ушел. Но и вам реуши. Într-un час bun. Спасибо большое. Ion Ciuban. Bună seara, stimați prieteni, colegi, cetățeni care pur și simplu ați acceptat să veniți aici. Este mai mult decât am planificat lume prezentă. Vreau să spun un singur lucru. Clar, Dorin Kertoacă trebuie să plece. Este foarte clar, este că el nu va pleca de bunăvoie. El trebuie fugărit, cum spune doamna din sală. Pentru că... și de urechi tot. Și ceea ce vreau să vă zic. Poate nu tot Chișinău știe, dar ieri s-au făcut 580 de ani de când e prima atestare a orașului. Documentar. Ați auzit cineva ceva de acest lucru? De vreun eveniment pe care să-l organizeze Dorin Kertoacă, de parcă n-ar fi capitala noastră, de parcă n-ar fi orașul în care trăim cu toții. Я хочу сказать одну еще принципиальную вещь. Я вижу много членов либеральной партии, бывших членов либеральной партии. Никто так не смог объединить правых и левых, ультраправых и ультралевых, как Дорин Кертоака. Я уверен, что все, которые здесь находятся, помогут господину, даже не получается сказать, мэру Дарину, правильно Костя говорит, из зала, уйти как можно быстрее, и дай бог, и с уголовными делами. Хороший час и за спасение нашего Кишинева. Неаффилированы. Наталья Высотина. Муниципальный совет. Уважаемые друзья, главное, что нас сегодня объединяет, это стремление сделать наш город лучше, чище, красивее, приложив все усилия для его развития. Не стану повторять собственной интерпретации всю ту мотивационную составляющую сегодняшнего нашего мероприятия, которая была подробно представлена предыдущими выступающими, обращу ваше внимание лишь на два момента, которые с моей точки зрения имеют решающее значение для развития нашего города. Первый момент. Проведение референдума должно быть обусловлено в первую очередь интересами города и горожан. Этот процесс ни в коем случае не должен превратиться в персональный или политический партийный пиар. В противном случае референдум будет обречен на провал. И второй, не менее и даже скорее наоборот,
причиной, но не со следствием. Мы, безусловно, отправим в отставку генерального примара, но это не даст нам гарантии на то, что на последующих выборах ситуация не повторится. Практика всех местных выборных кампаний показывает, что никогда генеральным примаром не был избран кандидат, за которого голосовал город. В том числе и действующий градоначальник, получивший 3 мандата примара только за счет голосования в пригородах. Если мы хотим добиться кардинального улучшения ситуации в столице, мы должны прекратить практику управления города-селом. Но мы ни в коем случае не выступаем против пригородов. Но мы за то, чтобы они несли ответственность и чувствовали на себе последствия сделанного им выбора. Я сегодня прошу вас, и в первую очередь это касается представителей партии, имеющих свое представительство в высшем законодательном органе страны, парламенте, поддержать инициативу о внесении изменений в систему административно-территориального устройства столицы. Кишинев должен принадлежать кишиневцам. Горожане должны сами решать свою судьбу. Уважаемые друзья, инициативной группы Виктора Кироту. Вони сьогодні подати ще. Я спочатку хочу извинитися перед всеми, на кого я накричав в коридорі, але треба було організувати процес реєстрації. Ну, якщо сімку зробимо чесно в другий раз, є дуже грив. Нам пригоді сценарій динаїнті, нам авут ресурси. У нас не було больших підготовительних робот. Мы сейчас работаем в режиме фронта, но я думаю, не окупаем, где аппарали урашкой. Я собрался не скузаться, потому что уняли проблемы, где организали. Я собрался не кредить. Когда мы делаем тот посибил, что этот процесс будет как мой легал, как мой коррект организат, когда мы имеем проблемы, когда регистрируем группу людей инициативы. Потому что если нас не зарегистрируют, это вполне возможно, зная сегодняшние наши реалии в стране, то мы не сможем начинать собирать подписи. Поэтому, пожалуйста, не забудьте там зарегистрироваться еще раз. Повторно вы должны заполнить декларацию. Деспер Гураш Явноса Бурбес. Я вам экспусу в Чиянку на руку. Вы можете найти то, что я говорил о городе, о состоянии города в интернете. Я знаю, что все, которые собрались здесь, знают, отлично знают и понимают, что происходит сейчас в городе. И все вы понимаете, что если мы сейчас не сделаем что-то, то потом может быть уже поздно. Пентру ке урашу, се трансформа, нсат, марик, тролебузи. Ша чест прочест требуя оприт. Ша яты вой, кари сентец аич презенц инсал, но и тот лумен, o să fim linia întâi în acest proces. O să mergem la oameni, o să colectăm semnături și o să demonstrăm acestor oameni care își bat joc de acest oraș că nu se poate. Это должно остановиться. Поэтому я призываю даже тех, кого сегодня в зале нет, помогать нам в этом процессе, продвигать наши месседжи, говорить с родственниками, с друзьями, со всеми жителями города, приходить и подписаться на эти подписные листы. Vă mulțumesc mult, ne așteaptă un lucru greu, dar complicat. Aici trebuie să rediți. Vă mulțumesc mult și cu Doamne ajută! Слово попросил известный гражданский активист Федор Гелич. Уважаемые друзья, добрый вечер. Честно говоря, я не думал, что мне дадут слово, поэтому я так далеко сидел. Два слова о городе. Дело в том, что я, как гражданин города Кишинева, всякий раз, когда проезжаю по улице Хинчеш, к примеру, я говорю, я много ездил по миру, но памятник, который оставил или поставил себе мэр города, это особый памятник.
А заключается он в том, что всякий раз, когда едешь по этой улице и объезжаешь канализационные люки, которые единственные, где в Молдове выше уровня асфальта, я нигде такого не видал. Я видел без люков улицы. Я видел улицы, где люк ниже асфальта. Но выше, чтобы цеплять, здесь водители есть, понимают, о чем я говорил, я нигде такого не видел. Всякий раз, когда я еду по такой улице, я желаю Киртоке многие лета сексуальной жизни, такой же, как я еду по этой улице. Надо всем понять, всему городу, что эта акция сегодняшняя, она не политическая, она гражданская. Независимо, кто в какую церковь ходит, в какой партии состоит или симпатии свои предпочитает отдавать, неважно. Сегодня мы живем в городе Кишиневе. Сегодня неважно, кто как сегодня ориентируется в геополитическом положении. Мы должны понимать одно. У нас нет хозяина в городе. Сегодня Киртока, я вам информирую, я наверняка уверен, что вы знаете, управляет городом не Киртока. Управляет криминальная коррумпированная структура, которая представляет всего такой серый кардинал, который манипулирует им. Мне такое ощущение, что они даже его женили, когда надо было, а не тогда, когда он хотел. Поэтому я обращаю внимание всех и призываю сегодня ни в коем случае, потому что я 100% в политике, а не первый год, я знаю, что сейчас будут акцентировать внимание, что сегодня организовали социалисты, наша партия. Не важно, кто был инициатором, важно, что этот референдум должен провести под эгидом гражданского общества. Это главное. Речь идет о городе. И поэтому я пришел сюда только потому, что я гражданин этого города. И мне не все равно, что происходит. Но подобного бардака я не помню за 25 лет, чтобы проходило в нашем родном Кишиневе. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям города. Неважно, какой этнической принадлежности, языка и так далее. Господа, от нас зависит, будут ли жить дети наши в этом городе или погибнут. Поэтому Киртока, если у него есть еще мужское орган, в философском смысле слова, то я бы на его месте пришел бы сюда, просто пришел бы на встречу с людьми, которые недовольны, и сел бы напротив вас и слушал бы, хотя бы в этом, чтобы он проявил себя как мэр. Но оказывается, у него кишка тонка, и того органа, о котором я подумал, его нет. Спасибо. Собственно говоря, исходя из выступлений, которые мы все слушали, согласно процедуре, у нас нет другого выхода, как прийти к выводу о том, что есть необходимость о том, чтобы поставить вопрос о начале процедуры и голосование за начало процедуры о референдуме по отставке генерального примара Дарины Киртока от своей должности. Voi supune votului această inițiativă. Cine este pentru, vă rog să votați. Ставим на голосование эту инициативу. Кто за? Jos, туда! Пожалуйста. Cine este pentru, cine este contra, scuzați. Кто против? Și cine s-a abținut? Кто воздержался? Unanim. Единогласно. Felicită. Următорul subiect pe ordine. То, как будет сформулирован вопрос, который будет представлен на референдуме по отставке генерального примара Дарины Киртоака. Aceasta este o cerință legală și trebuie să urmărim și acest punct. Это требование закона, и мы должны его исполнить. Deci, формулярия пропуса către dumneavoastră este: susțineți revocarea lui Dorin Киртоака din funcția de primar general al municipiului Chișinău. Вопрос будет звучать так. Поддерживаете ли вы
отстранение от должности генерального примара Дарины Киртоновой. Так? Ставка и отстранение нужно. Отстранение. Отзыв. Да, он будет на двух языках. Значит, на русском получается это слово будет отзыв. Ревокари на румыны, на русском отзыв. И варианты ответа, варианты для респонс. Пентру Салконтра. Да или против? Да или против, вариант ответа. Что касается русской формулировки, юристы еще раз. Да, мы поработаем над формулировкой на русском языке. Именно этой фразы. Именно и вот этого слова, чтобы не было вопросов. Дайте шефа. Так об этом и дело. Отставка. Отставка может сам. Или отзыв, или отстранение. Отзыв. Чтобы не путать, мы решим вопрос русского перевода позже и приложим это к... Протоколу заседания. Протоколу заседания. В протоколе будет уже точно. Четкую формулировку на русском языке предложим к протоколу заседания. Врялся в рог со супунин воду. Да, подождите, ребята. Так, густан алты пропуни. Аверформу. Значит, предложение следующее. Так как референдум будет совпадать с датой выбора президента, то почему бы нам всем не решить еще одну важную проблему? Дело в том, что мы избираем, приходим на участки, избираем власти, избираем примара, избираем советников, депутатов, и они все на 4 года отрываются от народа полностью. 3,5 года они делают все, что хотят, полгода потом они любезны, нас уговаривают, где-то там подтасовывают и так далее. Надо эту проблему решить кардинально. В чем здесь загвоздка? У нас нет никаких органов гражданских по контролю и надзору за властью. Поэтому я предлагаю, чтобы мы еще внесли еще один вопрос в лист по референдуму. Благо его можно решить гораздо проще, не надо никаких решений суда. Это могут сделать и муниципальные советники по закону. И задать такой вопрос. Согласно закону о транспарентности, он называет пункт 7, статья 7, пункт 1, С. Это возможно сделать. Вопрос такой. Считаете ли вы, спросит Кишинев, считаете ли вы необходимым создание в муниципии Кишиневе органов гражданского контроля и надзора за решениями и действиями властей муниципия? Dacă îmi permiteți, noi am votat deja ordinea de zi cu votul majorității. Vă mulțumim pentru propunere. La momentul actual, actualmente ne-am întâlnit pentru a discuta subiectele despre care am menționat la bun început. Este vorba despre desfășurarea procedurilor stabilite de lege pentru a asigura că referendumul privind revocarea primarului general sunt efectuate conform legii. Deci ordinea de zi de astăzi ține de acest subiect. De ce? Întrucât deja am trecut de procesul de aprobare a ordinei de zi, ne conducem de ea. Есть у реплика эти партия долго. Да, друзья, я хочу очень быстро, чтобы было понятно. Если у нас два вопроса включены, в том числе помимо вот всех юридических процедур, о которых говорит Юлиан на данный момент, это значит два списка нужно собирать. И с нашей точки зрения это усложняет серьезно процесс. Я думаю, что то, о чем вы говорите, Артур, может быть проголосовано в том числе муниципальным советом, благо есть коллеги от Европейской народной партии, независимые партии коммунистов и беспартийных, партия социалистов. Я думаю, что мы можем справиться с этим вопросом в муниципальном совете для того, чтобы не усложнять данную процедуру. Это было бы наше предложение, в том числе и благодарю за понимание. Субтитры сделал DimaTorzok.
Dorin Chirtoacă din funcția de primar general municipiului, susțineți revocarea lui Dorin Chirtoacă din funcția de primar general municipiului Chișinău, cu opțiuni pentru sau contra, și varianta rusă care a fost tradusă cu clarificarea elementului. Deci, cine este pentru această formulare, vă rog să votați. Кто за формулировку, которая была раньше? Cine este împotrivă? Кто против? Cine s-a abținut? Кто воздержался? Deci, unanim. Единогласно. Vă mulțumim. Următorul subiect pe ordine de zi este alegerea, este crearea grupului de inițiativă. Am auzit aici propunerea de Victor Chiron, da? Este un microfon acolo jos. Am notat, da. Уважаемые товарищи, я обращаюсь в первую очередь к однопартийцам и сочувствующим, симпатизирующим. Мы сказали, что эта платформа будет не политической, поэтому я призываю в то же самое время поддержать кандидатуру Виктора Киронда и прошу вас сделать этот шаг. Я хочу сказать, что все лидеры фракций будут совместно работать с данными органами, но чтобы просто не было интерпретаций, раз мы здесь собрались и левые, и правые, и центристы, давайте, и гражданские активисты, давайте все будем дружно, как бы не тянуть на себя одеяло, а добиваться конечного результата. И еще одна просьба. Уважаемые товарищи, я опять же... Тура, думали... Приятель. Друзья, подождите, давайте будут демократические процедуры. Да, почему? У нас один кандидат, у нас есть и другие гражданские активисты, тоже замечательные, раз. Во-вторых, мне кажется, что Виктору побеждать, да, и быть безальтернативным кандидатом, это абсолютно не демократично. Следующий момент. Не обязательно должен быть один председатель, могут быть сопредседатели. Закон это не запрещает, поэтому... Я прекрасно отношусь к Виктору, я его знаю, я поддерживаю его. В то же время я бы хотел, чтобы у нас была и другая кандидатура. В данном случае это Виталий Возной, человек, который остановил строительство мансард, человек, который занимается серьезной гражданской активностью в городе, человек, который регулярно выступает по телевидению, клеймит все недостатки нашей муниципальной власти, ходит на публичные слушания, отстаивать интересы кишиневцев. Если не будет самоответа, Виталий, то я бы предложил бы твою кандидатуру, чтобы она тоже была внесена для голосования. Прошу поддержать. Deci, avem două кандидатуры в регистраторе. Виктор. Есть еще кто-то. Așteptați, vă rog, un pic, Nicolae, că în două. Stimați colegi, ca reprezentant al Partidului Popular European în Consiliul Municipal... Хотел бы обратиться к вам. Возможно, вполне возможно, что даже понятно, что не все меня знают. Ну, макуна, что тата луни. Eu sunt Victor Chironda, sunt activist civic, mă ocup de problemele de dezvoltare urbană. Я городской активист, занимаюсь проблемами городского развития, работаю в этой сфере уже четвертый год. Спасибо большое, что вы предложили все мою кандидатуру на эту должность. Я вам хочу сказать, что это не принципиально важно, кто будет руководить этой группой. Очень важно, чтобы мы организовали хорошо работу, чтобы мы собрали достаточное количество подписей, чтобы мы смогли организовать нормально референдум, чтобы люди смогли выйти, высказаться и поставить оценку городской администрации. Поэтому для меня не принципиально важно, если вы поддержите мою кандидатуру, я соглашусь, но в то же время я хочу еще раз сказать, что несмотря на наши политические видения,
несмотря на то, что нам нравится, что мы хотим, у нас есть одна общая цель. И вот мы должны придерживаться этой цели. Но и требуя не фокусом и объективом нашего принципала, что объектив принципала есть консолидация форцелор, каса тем организа этот процесс бине, коррект и эффективно. Я не хочу, чтобы этот процесс начинался с каких-то разногласий, поэтому я прошу меня поддержать и ребят из городского сообщества, приятели Динсочетата Чевила, коллеги и приятели дела партидели политичи, четатени симпли, динораш, который сын президента Азаич, который не факт партии, ниж дентрум групп, потому что noi împreună o să putem să organizăm eficient acest proces și o să putem să scăpăm orașul de această urgie care îl mănâncă acum din interior. De corupție, de incompetență, de neprofesionalism și de toate celelalte lucruri care s-au găsit să lași în clădirea primăriei. Eu vă mulțumesc! Mulțumim! Domnule Crunga, dacă nu există alte candidaturi, propun pentru a supune votului... Алло, подождите секундочку, пожалуйста. Господа, я позволю сесть, потому что я просто гражданин пришел, но я чувствую, здесь пахнет... Вполне сегодня представляет не вторую категорию второго человека в этом деле, а первого. Я ни в коем случае не могу уменять основания не доверять молодому человеку, который сейчас выслушал и открыто заявил, выберите меня, и дайте мне. Я не видел в деле, а в основном я видел, который сзади, когда меня сажали, он в открытый шел, собрал и рисковал свободой ради справедливости и неверный год. И я думаю, что действительно имеет смысл поддержать кандидатуру Виктора Кирова. Что касается процедуры, то я считаю, что если было такое предложение, то, наверное, надо его проголосовать. Что касается моей личной позиции, я предлагал Виктору и фракциям совета, чтобы был второй человек, вице-председатель, который будет заниматься в том числе техническими вопросами. Потому что есть знамя, есть те, кто помогает вести. Вот лучше тогда в этом случае вице-председатель, если вы, конечно, сочтете нужным поддержать. Ну и фракция Минсовета, конечно же. Спасибо. Кандидатура домнului Виктор Кирунда la funcția de președinte al biroului executiv al grupului inițiativă. Cine este pentru, vă rog să votați. Кто за кандидатуру Виктора Кирунда? Да. Пост председателя консультативной группы. Кто за? Нумераторий, вă рог să mă ajutați. Vă rog să mențineți mâinile ridicate în sus, pentru că avem doi candidați. În alte sectoare, vă rog. 38, sectorul 2, 38, sectorul 1, 47. Celelalte două sectoare, vă rog. Numărătorii, vă rog. 33, sectorul 3. Și sectorul 4. Sectorul 4, 32. Care e sectorul 4? Sectorul acolo, 4, încă o dată. Mâinile în sus, vă rog, pentru candidatorul domnului Chironda. Rezultatele pentru sectorul 4, vă rog. 32. 32.
Ви мулцумім. Акум супун вотули, дичин тотала ви мулсута чин зеч девотур. Про. Акум супун вотули, кандидатура домнului Возной pentru funcția de președinte al biroului executiv al grupului inițiativă. Cine este pentru, vă rog să votați. Numărătorii, vă rog să mă ajutați. Sunt doi candidați. Deci se votează și pentru unul și pentru altul. Согласно процедуре голосуем за второго кандидата на функцию председателя инициативной группы. Сейчас голосуем за господина Виталия Возного. Первый раз голосовали за Кирону. По закону мы должны голосовать за одного и за другого кандидата. Пожалуйста, поднимите руку, кто за господина Возного. Посчитайте, пожалуйста. Deci vă reamintesc că nu puteți vota pentru ambii candidați. Напоминаю, нельзя голосовать за двух кандидатов одновременно. Те, кто проголосовали за Киронду, уже за Возного на должность председателя не имеют права голосовать по закону. Deci vă rog, încă o dată. Пожалуйста, еще раз. Voturile pentru al doilea candidat. Голосование за второго кандидата на должность председателя группы. Возной. Не-не-не, мы голосовали за председателя. Первый кандидат был Киронда. Поздравляем Виктора Киронду с избранием на Următорul, următoarea funcție care după lege există în biroul executiv. Da, de vicepreședinte a grupului de inițiativă pe Stas Vărtănean, consilier municipal. Ați văzut că se descurcă foarte bine și colegul vostru și primul. Pentru că eu consider că cu ajutorul lui o să pot realiza acest lucru. Exact așa, că ce puteți de secretar acestui lucru? Pentru vicepreședinte, discutăm. Pentru a asigura procesul democratic, dacă mai sunt și alte propuneri din sală. Deci luați, vă rog, microfonul și prezentați-vă. Dacă doriți să propuneți o candidatură. Коллеги, я буквально тоже. Добрый день. Вы меня целый вечер слушали, я вас послушал. Я вас тоже целый вечер слушаю. Я целый вечер говорил. Можно я скажу? Мне нужно за весь вечер. Можно я скажу? Скажите. Зовут меня Сергей Косолан. Значит, давайте мы сделаем проще. Если мы идем демократическим путем, давайте идти демократическим путем. Я смотрю, переводчик от партии социалистов, левое крыло заполнило партия социалистов. Будьте любезны, сядьте в зал. Не диктуйте гражданам Кишинёва избирать, потому что, насколько мы понимаем, эта инициатива была Европейской народной партии, или? Нет. И почему-то у нас социалисты взяли все в свои руки. Давайте вы сядьте в зал, и мы будем спокойненько дальше продолжать это заседание. Господин Чуванов, это будет демократически нормальный путь. Я вас заслушал, можно я выскажусь? Да. Спасибо. Значит, первое. Давайте не делить шкуру непонятно кого. Абсолютно верно. Дайте мне договорить, я вас выслушал, не перебивал. Первое. 15 января фракция партии социалистов заявила об этом референдуме. Мы не тянем, еще раз повторяю, одеяло друг на друга. И не хотим, чтобы это кто-то делал. Поэтому у нас сегодня президиум абсолютно не политический. Если кто-то переводил, ну, спасибо, была необходимость. Дайте мне договорить. Я вас предложили. Еще раз повторяю. Еще раз повторяю. Дайте мне договорить. Я вас слушал с большим вниманием. Не перебивал. Два. В этом зале находится не меньше половины этого зала представители партии социалистов, которые будут наряду с вами ходить и собирать эти подписи.
сомневались в этом, поэтому мы вместе здесь с гражданскими активистами. Поверьте, что нам хватило бы сил сделать это сами. Три. Мои угрозы пытаются сделать только вину пакостной акузации. Пату. Я прошу своих коллег поддержать кандидатуру Стаса Вартанян, который по стройкам, поверьте мне, бегал не меньше, чем другие. Является вице-председателем армянской общины. Человек с хорошим образованием и воспитанием, в отличие от некоторых. Если вы сейчас проводите собрание партии какой-либо, то вы должны были заранее предупредить всех. Здесь очень правильно сказал рядом со мной сосед. Я прошу еще от его имени, от имени своего и присутствующих. Давайте все активные политические лидеры, садитесь, пожалуйста, наравне с гражданами, присутствующими здесь, и соблюдать давайте будем элементарный классический регламент демократического общества. Есть один кандидат, кандидат Вартанян. Другая часть предлагает Вознову. Фортепине, Асташам. Давайте соблюдать, но когда в реплику вступают и едет этот сочетерзил, вы сегодня практически ведете это. Давайте будь гражданское общество. Вам интересный мессаж у нас. Пожалуйста, замечательно. Я помешаю, очень хорошо понял ваше сообщение. Значит, без 5:08 мы пытались это все закончить в течение 1 часа, уже поздно. Я понял, что есть 2 кандидат. Значит, в этом случае у нас 2 кандидата. Граждане, если вы можете еще остановиться на 5, буквально 5 минут, потому что это последние вопросы повестки дня, чтобы закончить весь процесс. Ведь в Рокфорте могут стиматься полить. Адит се инкеема чес прочес прин а не экспуни вотерли пентру функция де вице прешедните ал пероду экзектива лобу инициативы. Ведь прима кандидора есть домну Варданян. Чини есть пентру в Роксе вотаци. А форум есть? Диченко дата анонс кандидатура домну Варданян пентру функция де вице прешедните. Ал беру дезинфектива группу инициативы. Но мораторий ворог сама ожидал. Подождите, вы говорите, что это демократический способ решения вопроса. И чему мы рема кума отборные кандидата? Мы сейчас рассматриваем голоса для первого кандидата, господина Варданяна. Сектору дой. По народному призыву никто не откликается на их призывы. Приходит 2-3 человека. Патрузыш патру. Сектору трей. Ты вот эти персоны презенте. Мораториям с ворог глаз вершится, мы ожидаться. Дичь, а кума отдова кандидатуры? Чини есть пентру функция, де, пентру, функция де вице прешединте, мой возной. В причине если пентру ворог са вотаци. На мораторий ворог са ма ажутаци в цифрах. Сектору 1. Сектору 1-1. Сектору 2. Уну. Сектору 3. Шапс презече. Сектору 4. Чинч. Deci fiecare sector vă rog să numărați numărul total de persoane. Deci numărul total de voturi pentru domnul Voznoi, 24. Domnule Vardanian, vă felicităm. Până când trecem la 3-lea subiect, numărătorii îmi spun care, sunt, care este prezența la momentul... Стимать мебри группы людей инициативы, уважаемые члены инициативной группы,
может сложиться впечатление, что наше собрание проходит под знаком противостояния фракций политических партий и гражданского общества. Значит, я думаю, что если такое впечатление сложилось, то нам надо от него избавиться, потому что принципиально важный вопрос – решить тот вопрос, который поставлен, значит, бюллетень для голосования. Но, тем не менее, значит, я думаю, что нам есть смысл рекомендовать председателю создать, значит, рядом с исполнительным бюро еще группу, куда войдут опытные представители от гражданского общества и от фракции. И я думаю, что Виктор Возной примет активное участие наряду, в том числе, к примеру, и со мной. Spasibo. Vă mulțumim, domnule Chirtoca, pentru această sugestie, pentru că să împăcăm pe toți cei prezenți în sală, cu siguranță, cu eforturi comune, vom putea obține rezultatul la care atât de mult revenim și pentru care ne-am întâlnit astăzi. Mai avem două subiecte pe ordine de zi. Este vorba despre împuternicirea biroului executiv al grupului Inițiativă. Повестку дня остался один последний пункт, который был дополнительно внесен о кратком названии инициативной группы. Deci, пропонерea a fost să avem o denumire scurtă alături de denumirea lungă oficială cerută de lege pentru grupul de inițiativă și denumirea scurtă este grupul de inițiativă pentru demiterea primarului general. Așa am înțeles corect? Nu. Повторите, пожалуйста, ваше предложение еще раз. Предложение «Гражданская инициатива» и «Инициатива Чирика». У кого есть какие-то предложения или замечания, либо… Dacă sunt careva comentarii pe această denumire scurtă. У меня есть единственный вопрос, как люди будут понимать, о чем гражданская инициатива? То есть… Будем им объяснять тогда, когда они будут открывать организованные люди, а вы говорите, что они… Denumirea grupului trebuie să conțină ori cuvântul referendum, ori cuvântul demisia sau revocare, pentru că altfel nu este clar despre ce este vorba. Inițiativa civică pot fi 100 de inițiative civice. Мнение такое, что даже короткое название нашей инициативной группы должно содержать слово либо референдум, либо отставка. То есть что-то, что говорит о том, в чем смысл группы, потому что гражданских инициатив может быть тысячи. А инициатива по отставке Дарины Киртака одна. Вот прозвучало за отставку Киртака. Есть у пропонера альтернатива для авиа номера спорта ревокара Луидорин, группы инициативы ревокара Луидорин Киртака. Может быть, совместить гражданская инициатива за отставку Киртака? Нет? Отстранение, да, отстранение Киртака. Стимац приятен, кум в паре деномиря референдум Кишинова. Коллеги, я все-таки предлагаю не просто как человек, далекий от политики, а человек, который занимается в том числе идеологическими вопросами. Давайте соберется группа рабочих и определит, какое название дать так, чтобы быстрее донести это до людей. Не надо устраивать экспромты сейчас. Я уверен, что в этой части крыла сейчас будут другие предложения, в той части крыла будут другие предложения. И никто не согласится, потому что, может быть, и долой Кирбака и за референдум, и инициативная группа, и все, что хотите. Давайте пусть нормально все сядут вместе, гражданские активисты с представителями фракции, выработают, как они видят этот слоган. И дальше пойдем по этому вопросу. И в конце концов, каждый из нас, когда будет разговаривать с простыми кишиневцами, он все равно будет называть это по-своему. Поэтому это название, оно будет так и на бумаге. У каждого...
Deci propunerea în cazul ăsta este să transferăm grupului de lucru să lucrează asupra acestei denumiri scurte și biroul executiv împreună cu un birou de coordonare care a fost sugerat de domnul Chirtoca să lucreze asupra acestei denumiri scurte. Cum este primul rezistent, că ați stat până la capătul acestui eveniment? Поздравляю всех, кто остался и досидел до конца. Давайте друг другу похлопаем. Vă mulțumesc frumos pentru răbdare. Спасибо за ваше терпение. Și vă rog să mai aveți încă foarte puțină răbdare și să vă apropiați de mesele unde v-ați înregistrat inițial. И мы просим еще чуть-чуть вашего терпения, подходите к регистрационным столам и подпишите это заявление. Pentru ca să vă înregistrați în listele membrilor grupului. И зарегистрируйтесь уже в списках членов инициативной группы. Пожалуйста, не уходите, не зарегистрировавшись. Это очень важно. Неапарат să semnați декларациile de proprie и обязательно, пожалуйста, подпишите заявление, декларацию члена инициативной группы. Вам mulțumesc frumos. Спасибо большое.